Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Дверь закрывает замок, разлука закроет сердце. Хочется верить и ждать, хочется не прощаться. Только такое счастье можешь ты мне не обещать. Ты видишь, я без тебя, вот как я без тебя. Сама поставлю, а ты подарки под елку неси. А мясо мы когда ставить будем? Ну как когда? Накроем на стол и поставим. Неси подарки. Ну, сейчас принесу. А мы что, еще кого-то ждем? А я Вову пригласила. А ты маму с Петровичем предупредила? А что, разве Петрович будет против собственного сына? А мама... А вот мама как раз может быть против. Да ну тебя! Что ей может не понравиться? Ну, то, что он сын ее мужа от первого брака хотя бы. Вообще-то, он мой парень. И на этом основании он может праздновать с нами Новый год. Да ладно! Ты сейчас серьезно? Конечно. Можешь даже не сомневаться. Это то есть, ты хочешь сказать, что в наступающем году мы можем поесть салатики и выпить шампанского не только по случаю Нового года? Возможно. Любка! Умница! Какая же ты молодец! А его мама? Подожди. Ну а что, она разве против счастья собственного сына? Ну если он влюбился в девушку и хочет на ней жениться. Не знаю. Когда ты собираешься нашим сказать? Ну, не знаю, сегодня Вова придет, я с ним посоветуюсь. Может быть, сегодня. Да. Слушай, Новый год скоро, мама с Петровичем так не успеют. Да, я знаю, у них операция сегодня поздняя. Но вроде ничего серьезного, должны успеть. Все, закончили. Не понял. Ну а что? Медсестра не может поцеловать хирурга после удачной операции? Может, наверное, но я подумал, вот так вот на служебном месте. Я знаю, что ты подумал. Ты подумал? С чего бы это? Отвечаю. Потому что я все еще люблю тебя. И потому что сегодня 31 декабря. Что значит все еще? И при чем здесь 31 декабря? А это значит, что мы с тобой уже 10 лет женаты. 10. И... Через 4 часа Новый год. Точно. Новый год же, болван, а? Ну, болван. Нет, Вадим, ты не болван. Ты хирург. А это фактически диагноз. Люб, телефон! Вова звонит. Ответь, пожалуйста. Алло. Да, привет. Нет, это не Люба. Да, здорово. Угу. Поздравляю. Желаю счастья тебе в новом году. Любви. Угу. Дома. Даю. Алло, привет. Да. Да. А почему? А мама что? А, Новый год – семейный праздник. Отец тебе разве не… Хорошо, поняла. И тебя. Пока. И я тебя. Ну как не расстраивайся? Но я же хотела, чтобы ты был рядом. Ну ладно. Хорошо. Я тебя тоже. Да. В общем, он дома останется.
Мама сказала, что это семейный праздник. Там еще какой-то друг приехал. Ну ладно. Сестренка, ну не переживай ты так. Угу. Завтра встретитесь с Вовой. У нас, между прочим, тоже Новый год – семейный праздник. Вот на следующий год поженитесь, и будет у вас собственный праздник. Скорее бы уже. Колбаса. Мы колбасу забыли порезать. И, кстати, расставание сближает влюбленных. Да ну тебя. Вадим, я, конечно, понимаю, что не перед праздниками эти разговоры заводить, но... Что «но»? Может быть, мы как-то с тобой переселимся? Ты что, Вер, как-то переселимся? Только-только ипотеку выплатили. Давай хоть немножко от этого рабства вздохнем. Да нет. Я имела в виду, может быть, мы с тобой как-то переедем в гостиную, а девчонок по комнатам расселим. Ну что они в одной ютятся, а? Вер, ну если мы переселимся в нашу гостиную, она у нас как столовая. Нам придется по очереди обедать в нашей крохотной кухне. Ой, Вадим, не преувеличивай. У нас кухня хоть и маленькая, но вчетвером мы там запросто поместимся. И впятером тоже поместимся, если Володька придет. Кстати, а тебя не смущает, что они с Любкой что-то вдвоем зачастили? То в кино, то еще куда-нибудь. Ну и что? Ну как что? Они все-таки брат и сестра. Мне кажется, это как-то неприлично. Чего это они вдруг стали брат и сестра? Из-за того, что мы поженились? Ну… Дети от разных браков. Они не родственники. Я очень рад, что они подружились. Ух ты, ух да! Метёт! Это снег пошел. Ой. Ух ты! Ой, как красиво! Как здорово, а? Пойдем. Что такое, Вадим, что? Похоже, что с тобой? Спину простудил, лопатку колет. Господи, какую? Да в обе. Продуло, у нас сквозняки сплошные. Спасибо. Господи, пойдем, дома тебя намажут. Да не смертельно, само пройдет. Верочка, Вадим Петрович, с Новым годом! С новым счастьем! С новым годом! Нет, нет, спасибо. Нас домой. Нас там ждут. С Новым годом! С Новым годом, ребят. Пойдем. С Новым годом! Спасибо. Спасибо, Володя. Спасибо и тебе, дорогой, за все. Тебя с Новым годом. Всех тебе благ. Счастья. Всех поздравлю. Завтра идем в гости. Поцеловать? Володя всех целует. С Новым годом поздравляю. Годом! Слышал? Завтра как выспишься, приезжай. Да. Ну, конечно, оставим. Все тебе оставим. Ну, давай, сынок, еще раз тебя с праздником. Давайте, счастья. Пока. С Новым годом. С Новым счастьем. Мам, стоп. Стоп. Хватит есть салата. Не останется места для моего коронного блюда. Я же приготовила. Мясо, мам. Мясо твое любимое. Приготовила. Ну, я старалась, молодец, ты же знаешь. Молодец. Мясо мясом, а подарки забыли. А, Вера, Вадим, а наши подарки наши неси. Сейчас? Давай. Сейчас. Это тебе. Мне? Да. Открывай, открывай. Давай быстрей. Шарф, да? Ага. Боже мой, девочки. Помери, спасибо, пожалуйста, большое. Помери. Нет, ведь главное, куда все подходит. Да, а? Вот так, здорово. Вадим, это ты что там уронил? Ты мне подарок? Ага. Давай. Ой, Вадим. Вадим, что с тобой? Ты Мам, слышишь что меня, случилось? Вадим? Слышишь? Люба, вызывай скорую. Скажи сердце. Быстрее, ну! Мам, Вадим, открой что глаза! Случилось? Надя, аптечку, принеси скорее аптечку! Девушка, скорее! Приезжайте! Слушай, я прошу. Да, упал без сознания. Сейчас. Да, ну, сердечный приступ. Не слушай. Ага. Бенецкий Вадим Петрович. 55 лет. Меня. Строители 14, квартира 23, 6 этаж. Бенецкий. Бенецкий. Почему мне эта фамилия так знакома? Что он хирург в 11-й горбольнице. Ну что, неужели нельзя было ничего сделать-то, а? Девушка, я врач скорой помощи, а не Господь Бог. Я мертвых воскрешать не умею. Ну, сейчас-то вы что сидите-то, а? Жду участкового. Я уже его вызвал. Вы извините, такая процедура. Вы дочь покойного? Нет. Мы с Надей падчерицы. А еще близкие родственники есть? Да, есть сын. Я бы на вашем месте ему позвонил. Вот прямо сейчас. Потом приедет машина, и Вадима Петровича увезут. Поспешите. Что? Ну, как я ему позвоню? Он же сейчас Новый год отмечает. Девушка,
Какой Новый год? У него только что отец умер. Да. Нет, этим уже занимается похоронная служба. Спасибо. Не надо. До свидания. Что, уснул? Нет. Лежит, смотрит в потолок. А что, укол не помог? Помог. Перестала плакать. Володь, спасибо тебе большое за то, что ты помогаешь нам с этим, со всеми похоронными историями. Надь, о чем ты говоришь? Это все-таки мой отец. Эти похоронные агентства обдирают всех, как липок. Мне до сих пор не верится, что это случилось. Надь, иди к Вере Ивановне, а? Не оставляю одну от греха подальше. Бабусь. Пожалуйста, не оставляй нас одних. Нам без тебя совсем плохо будет. Любань. Ну, куда я денусь? Святослав Павлович, ну не могут они этим сами заниматься. Вера Ивановна лежит в прединфарктном состоянии. Ну, а девчонки, они и есть девчонки, что они могут? Ну, а вы все-таки главврач. Да нет у них никаких денег. Они живут от зарплаты до зарплаты. Я пытаюсь как-то уложиться, но на вас тоже рассчитываю. Спасибо большое. Я тогда буду ждать звонка. До свидания. Ну вот как жил, так и помер. Чтобы для всех создать максимум проблем. Мам, что ты такое говоришь, а? Ну если нечего тебе хорошего про папу вспомнить, ну меня-то хоть пожалей. Боже мой. А вот меня кто жалел? Я надеюсь, эти три курицы остальных сами обзвонят? Или тоже ты? Нет. Ну, ты ж все-таки квалифицированный юрист, а не похоронный агент. Надя уже обзванивает. Угу. И я тебя попрошу, хватит. Пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Да, еще... На похоронах ты, пожалуйста... А ты что, считаешь, что мне надо идти на похороны? Я считаю, что надо. Ты знаешь, мы как-то вот уже 10 лет в разводе, и почему-то у меня нет никаких поводов о нем грустить. Хватит об этом. Ты вот мне лучше скажи, вот эта девица, которая постоянно тебе названивает на мобильный, я очень надеюсь, что это не одна из дочерей этой медсестры. Я свою личную жизнь с тобой обсуждать не собираюсь. Твое право. Только при твоей зарплате без моей помощи все равно не обойтись. Сыночек, ну вот когда ты будешь решать проблемы, ну, со своей личной жизнью, Не забудь посоветоваться с мамой. Ну, это я так, на всякий случай. До свидания, Верочка. Спасибо. Звони, если что. Спасибо. Ну, все, держись. Вера, что я могу тебе сказать?
У тебя дочери. Ты должна крепиться и жить ради их будущего. Я всегда помогу. Чем смогу. Спасибо, Святослав Павлович. Кто мог представить? Кем я заменю такого хирурга, как Вадим, даже не знаю. Крепись, Вера. Спасибо за все. Вер, я тоже пойду. Мне полчаса до смены осталось, хорошо? Держитесь. Хорошо, Лен, мы справимся. Спасибо. Надь, это последнее. Спасибо. Чем еще помочь? Спасибо тебе за все, все, все. А иди стол собери. Соберу. Я тоже помогу, хорошо? А? Вот, может, у нас останешься. Нам так легче будет всем. И мама с Надей узнает, что мы с тобой вместе. Любань, мне домой нужно. У меня мама себя неважно чувствует. Она же тоже переживает, ты понимаешь? А хочешь, я сама с ней поговорю и скажу, что мы пожениться хотим? Какая женитьба сейчас? Где жить и на что? Какая у тебя зарплата? Маленькая зарплата, Люб. Приходится у матери деньги брать. Ну ладно. Я скоро училище закончу. Пойду репетитором работать у детей богатых родителей. У нас будут деньги, Вов. Ну давай, когда закончишь, тогда и будем это обсуждать, хорошо? Это же лето ждать. Не успеешь моргнуть, вот тебе и лето. Нормально вы стол собираете. Складываем. Мам. А где наши деньги? Наши деньги? А наши деньги ты потратил на похороны своего папочки. Больше у нас нет. Я надеюсь, нам отдадут этот долг. Или ты щедро подарила мне свои деньги? Конечно, отдадут. Угу. Сынок, сядь. Давай поговорим серьезно. Да. Сынок, я считаю, что уже сейчас нужно готовиться к оформлению твоего наследства. Ты о чем, мам? Ты один из двух законных наследников Вадима. И должен вовремя заявить о своих правах. После Вадима осталась трехкомнатная квартира, половина которой принадлежит тебе по закону. Так они вместе с Верой и Иванной покупали эту квартиру и выплачивали ипотеку. Я все узнала. Твой отец оформил эту квартиру до того, как он расписался с этой медсестрой. Так что ты наследник? Сынок, ты уже взрослый мужчина. И тебе пора иметь собственное жилье. Я не буду этого делать. Это их квартира, пускай в ней и живут. Какое благородство. Ой-ой-ой. Ну что? Заговорили гены отца Бессеребренника. Так вот, мой дорогой, через несколько месяцев ты останешься нищим. И опять будешь сидеть на моей шее. Хватит! Ага, да. Валентина Александровна. Здравствуйте. А, здравствуй, Наденька. С праздником вас, с Новым годом. Праздником тебя тоже. А что это ты решила к нам в каникулы наведаться? А, мы ж только послезавтра выходим. Случилось что? Да я вот хотела у вас спросить, вы уборщицу искали, уже нашли? А что, у тебя есть кто-то на примете? Присядь. Ну, ты ж сразу предупреждаешь, что зарплата маленькая. Ну, это так, подработка к пенсии. Вот мне как раз подработка-то и нужна. А я же здесь живу 2 минуты пешком. Я могу приходить 2 часа пораньше, а потом к своим ребяткам. А если не секрет, что-то произошло, да? Да не секрет, у меня отчим умер.
Ой, господи. Царство небесное. И когда же это? Прямо в новогоднюю ночь. Да, позавчера похоронили. Так что мы остались без кормильцы, без денег, и я... Ой, бедная ты моя. Ну, конечно, конечно, я подумаю, как тебя оформить. И давай с понедельника выходи. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Вам кого? Здравствуйте. А вы Вовина мама, наверное? Меня Люба зовут. А Вова дома? Допустим. А что вы хотели? Я деньги принесла. Нам Вова с похоронами помогал. Сейчас друзья Вадима Петровича собрали и в больнице помогли. Передайте, пожалуйста. Я рада, что мой сын вам помог. Вы знаете, Любочка, не смогла быть на похоронах, приболела. Да что мы стоим? Вы проходите, пожалуйста. Верочка, на данный момент лишних ставок нет, подработок тоже. Я все понимаю, но... Я тоже все понимаю, Святослав Павлович. Попробуй у лежачих с родственниками пообщаться. Я думаю, наверняка там нужна сиделка ночная. Только чур на меня не ссылаться. Я ничего знать не знаю и ведать не ведаю. Конечно. Конечно, Святослав Павлович. Знаете, Антонина Дмитриевна, я... Девушка Володя. Да. А Вова вам рассказал, да? Да нет. Володенька очень неразговорчив. Пришлось самой догадываться. А вас не смущает, что вы вроде как бы брат и сестра? Да нет, что вы. У нас же разные родители. Ну да, конечно. А как у вас сейчас в семье с деньгами? Ну, если честно, то не очень. Но ничего, мы справимся. Угу. Не сомневаюсь. А ипотеку-то вы свою выплатили? Да, еще в декабре. Получается, где-то меньше полмесяца назад. Какие молодцы. Ну, ничего. Не переживай. Скоро все станет на свои места. Не расстраивайся. Кстати, мне так твоя мама понравилась. И она совершенно не против, что мы с тобой встречаемся. Пойдем. Вова, пойдем сегодня в клубешник. Потанцуем, развеемся. Ты знаешь, у меня с банковской картой проблемы, а наличных совсем нет с собой. Ладно. А давай тогда в кино пойдем. На кино мне хватит. Возьмем билет на последний ряд. Что, вы, девушка, за меня платила? Ты меня за кого принимаешь? Да ладно, ну мы же вместе, почему я не могу заплатить? Вот именно поэтому и не можешь. Пойдем тогда чайку попьем. Ты знаешь, я сейчас так загружен работой, у меня постоянные встречи. Ну хорошо, давай тогда завтра встретимся. Завтра тоже загружен, плотно-плотно. Здравствуйте. Володечка, здравствуй. Здрасте, Вера Ивановна. Ну так а что же вы на лестнице? Пойдемте к нам, ну. Я тебе чаем напою. Любашка-то, наверное, не догадалась предложить. Мам, ты что, я предложила? Ну, у Вовы очень важная встреча. Правда, я только проводил. Все, до свидания. Счастливо. Пока. Пойдем. Здрасте, Анатолий Сергеевич. О, ты-то мне и нужен. Владимир Владимирович, у нас проблемы. А, какие проблемы? Дело в том, что слетело несколько перспективных клиентов, и нас просто обрекли на оптимизацию. В смысле? Ну, мы вынуждены отказаться от твоих услуг. Как? Не понял. Так, старик, ты уволен. Извини. Как уволен? Не тянем.
Спасибо, что приехал. Здорово. Меня только что с работы турнули. Да ладно. Сократили. Ты понимаешь, все так как-то одновременно навалилось. И отец умер, и мать наезжает, и Любаня постоянно. Пойдем туда, пойдем сюда. А у меня ни копейки денег нет с ней по кафе ходить. Слушай, ну давай я поспрашиваю у своих, может, вакансия есть какая? Меня мать вообще убьет. Убьет, понимаешь? А ты и говорить будешь? А что? Она рано или поздно сама узнает. Да. Лучше самому сказать. Ладно, поехали. Поехали. Ты такой же беспомощный в жизни, как твой отец. Тот тоже никогда не мог за себя постоять. Мама, пожалуйста, мне и так плохо. Это мне плохо, сынок. Это мне теперь придется вкалывать, чтобы тебя накормить, одеть, обуть. Значит так. Пиши доверенность. Я профессиональный юрист, и теперь я буду заявлять твои права на наследство. Ну, хоть какой-то тебе угол дураку достанется. Нет, скажи, кому ты сейчас нужен? Без денег, без работы? Я не могу так с ними поступить. Не могу. А как ты можешь поступить? Буду искать работу. Только не забудь зарегистрироваться на бирже труда. Зарегистрируюсь. Попутного ветра. Алло, Андрюх, привет, это я. Ну что насчет работы? Как через месяц? Ну, мне срочно нужно. Да мне можно не по специальности, а любую работу. Водителем? Спасибо, я подумаю. Ладно, я понял. Спасибо, пока. Андрей Михайлович, это Антонина Дмитриевна. Добрый вечер. Вы помните наш разговор о моем сыне? Алло. Да, Любань, привет. Ты как? На концерт сегодня? Я не смогу. У меня важная встреча с клиентом. Боюсь, что допоздна. Так что ты иди с девчонками, мне потом расскажешь. Я буду завидовать. Хорошего вечера. Целую. Сынок, ну как поиски своего места под солнцем? Никак. Понятно. Сынок, иди сюда. Что еще? Значит, пока ты воздухом дышал, твоя мама поставила на уши полгорода. И добыла-таки тебе место юриста в дочерней фирме одного нефтяного магната. Спасибо. Секундочку. У меня есть условие. Какое? Ты все-таки подписываешь на меня доверенность в деле о наследовании квартиры твоего отца, а я говорю тебе место и время собеседования. Мам, зачем тебе это надо, а? Как зачем? Ты мой сын. Я забочусь о твоем благосостоянии. Но у тебя какая-то блажь. И она мне не очень нравится. Вот поэтому я и ставлю условия. Ну как? Мне нужно подумать. Ты что делаешь? Ты что
воруешь у матери? И все из-за этой шлюшки? И все, это все ей? Ну, хватит, надоело! Один я идиот, да? Вы все такие умные! Мама! Мама! Что с тобой? Что с тобой? Сердце что-то давит. Что? Что тебе принести? Там, на кухне, в шкафчике, чики, капли. Посмотри, пожалуйста. Сейчас. Сколько капель? Не знаю. Все равно. Сейчас, подожди. Успокойся. На. Сейчас. На. Отпустила? Мама. Ой. Мамочка, не волнуйся. Хорошо, я подпишу все, что ты хочешь. Только, пожалуйста, давай сейчас не делить жилплощадь. Пусть они живут, как живут. А я останусь владельцем. Так, на будущее, на всякий случай. Ладно? Хорошо? Хорошо. Только давай сейчас поедем к нотариусу. Вместе. Как сейчас? У тебя же приступ. У меня еще хуже будет приступ, если мы это не сделаем. Поехали, сыночек. Хорошо. Поедем. Хорошо. Офис крутой, навороченный, хай-тек. Там все в костюмах, при галстуках. Такие деловые, куда деваться. А ты там кем будешь? Юристом, конечно. Ну, это пока. Там легко подняться. А самое главное, знаешь, какая у меня будет зарплата? Какая? Вот такая. Но я все равно на тебя обиделась. Это за что? Ну, потому что я ничего не знала. Ты мне не рассказываешь, что у тебя проблемы на работе. Ну, это я просто не хотел, чтобы ты нервничала. Ну, я легко заглажу свою вину. Как? А? Поехали ко мне, узнаешь? Да? Мама? Ах ты мерзавка. Дрянь. Мама, я тебе потом все объясню. Что ты мне объяснишь? Почему мать этой потаскушки отняла у меня мужа? И она сейчас хочет отнять сына? Ну как? Попробовала диванчик? Понравился? И квартирка вроде получше, чем ваша ипотечная, да? А вот она тебе. Девочка, выкуси. А ну-ка вон! Вон из моего дома, чтобы я тебя здесь больше не видела. И рядом с сыном, чтобы никогда не появлялась. Давай. Ни рожи, ни кожи. Ну ты даешь. Заявление от Бенецкой Антонины Дмитриевны, действующей по доверенности Бенецкого Владимира Вадимовича, 1987 года рождения. Вот он какой, оказывается, твой Володенька. Я не верю. Может быть, это не он, может, это как-то по закону положено? Конечно, по закону. Мать вертит сыном, чтобы лишить нас квартиры. Что же нам теперь делать? А это зависит теперь от планов наследника. Он может подать на раздел и превратить нашу квартиру в коммуналку. А может выставить свою долю на продажу, и тогда мы можем ее купить. Только откуда мы возьмем столько денег? Нет, я не верю. Я завтра же встречусь с Вовой, и мы все решим. Это бред какой-то. Вот увидите, все будет в порядке. Ну, Вова не такой, он хороший. Угу. Когда нас мама увидела, она очень расстроилась и разозлилась. Ну,
Это я еще могу понять. Но вот то, что она сказала... Ладно, проехали. А вот это письмо с квартиры, это что? Вы нас собираетесь выселить на улицу? Ты что, глупышка? Это просто обычная формальность. Обозначение прав в нужный срок. Так всегда по закону положено. Правда? Конечно. И нас никто никуда не выселит? Да 100% нет. Ладно, тогда целуй сюда и проси прощения. Прости, прости, прости. Сюда. И сюда. Главная проблема для вас сейчас, Вера Ивановна, это то, что ваш покойный супруг не оставил завещание. А от имени его сына подано заявление на право наследства. И вашу квартиру вам придется делить с ним в равных долях. Как это? Подождите. Эту квартиру мы вместе с мужем... Постойте, ну он же ту свою старую квартиру оставил бывшей жене. По закону. Лишить прямого наследника наследства можно только с помощью завещания. А у вас его нет. Что же нам теперь делать? На свою долю купите жилье. Меньшей площади. Но у меня две дочери. Взрослых. Взрослых? Да. Ну, дочери птицы вольные. Выйду замуж, перееду к мужьям. А до тех пор? Послушайте, ваш покойный супруг не удосужился удочерить ваших девочек. Я за него это сделать не могу, извините. Присаживайтесь. Я вас слушаю. Антонина Дмитриевна, я хотела вам сказать, я с Вадимом вас не разводила. Я встретила его, когда вы уже не жили вместе. Я не пойму, за что вы мне мстите. Я? Вам? Вы в своем уме, голубушка? Да вы кто такая, чтобы я вам мстила? Но я тогда не понимаю, зачем вы выгоняете нас из собственной квартиры? Но ведь Вадим, он вам все оставил, вам, сыном, после развода, а сам скитался по съемным квартирам. Вы, любезная, можете сразу перейти к сути дела? Ну а суть в том, что вы нас просто выгоняете с девочками, вот со всем нашим скарбом. Со всей нашей без того разрушенной жизнью. Я прошу вас, не надо. Вот так и знала. Я так и знала, что вы будете давить на жалость. Но это бессмысленно. Юридическая норма прописана ясно. Единственный сын и вдова наследуют поровну. Что ж нам теперь делать? Как я все это скажу девочкам? Ну, милочка, ну вас же никто не выгоняет на улицу. Вы просто переедете в квартиру поскромнее. И от вас зависит, сделаете ли вы это добровольно или принудительно через суд. А суд я обязательно выиграю. Не сомневайтесь. Не сомневаюсь. Любань, привет. Что ты здесь делаешь? Не боишься мамочку свою расстроить? Люба, ты чего? А ничего. Как ты мог мне нагло врать в глаза? Ты о чем? Не надо прикидываться, ты все прекрасно понимаешь.
А я тебе поверила, как последняя дура. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Все ты прекрасно понимаешь. Ты очень низко поступил. Удачи тебе на новой работе. Люба! Люба! Люб, ну подумаешь, переедем в Лесногорск. Ну не надо так убиваться. Ну, кто же виноват, что твой Володенька оказался... Да достали вы меня уже со своим идиотским Лесногорском! Да я вас слышать уже обеих не могу! Вы меня достали! Ну, Любонька, ну, девочка моя. Ну, мы же с мамой тоже не по своей воле уезжаем. Конечно, вам вообще все равно, как жить, где жить, куда ехать. А мне не все равно. У меня вот, может быть, вот сейчас все мое будущее рушится. Сейчас! Но это уже нечестно. Ты бы хотя бы маму не трогала. Ты даже примерно не представляешь, каково ей сейчас. Конечно, я ничего не понимаю. Я ведь ребенок. А ничего, что этот ребенок беременный. А вам, естественно, вам же важнее ваши жилищные проблемы, чем моя жизнь. Конечно, важнее. Мам. Люба. Какой у тебя срок? Где-то 2 месяца. Время еще есть. На что? На аборт. Вы обалдели? А что? Аборт – это преступление. Вы тогда убийца. Надя, а можно я сама приму решение? Хорошо, мам. Я сделаю аборт после переезда. Мам, 2 месяца. У него уже сердце. Ручки, ножки сформировались. У него уже есть лицо. Это маленький, но человек. Я не дам его убивать. Ясно? А что ты хочешь? Чтобы я рожала ребенка от этого подонка, который нас из собственной же квартиры выкидывает? Да что я одна в этой глуши буду делать с ребенком, а? Ты не одна. У тебя есть я и мама. Знаете, у вас есть своя жизнь. Я не буду вам обузой. Ну что ты, доченька? Ну какая обуза? Ну если ты решишь его оставить, то мы обязательно с Надей тебе поможем, Люб. Мам, я все решила. Я сделаю аборт. Только попробуй.